среду на сцене Большого зала Ленинского мемориала прошла репетиция торжественной церемонии открытия 10-го международного кинофестиваля «От всей души». Правда, без кинозвезд. Забыл свои заботы, потери и слеты. Не хнычь, когда судьба ведет себя не как сестра, а если строго, умно, не уговаривай, чудо. Режиссер кинофестиваля Ирина Сечкина рассказала про ноу-хау программы «Открытие». Так как каждый юбилей предполагает некий итог, мы хотели бы показать зрителям фрагменты всех предыдущих фестивалей. То есть какие-то, кто у нас был, какие фильмы, какие актеры. В общей сложности их было более 400 человек за эти годы. И для этого мы придумали одномоментно на 9 экранах, как 9 фестивалей проходило, показывать вот сборку, кинофотосборку всех предыдущих фестивалей. Сопровождать кинопоказ будет Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава», знаменитой увертюрой Исаака Дунаевского «Дети капитана Гранта». Конечно, режиссер не стал раскрывать всех изюминок церемонии открытия. Чтобы увидеть все, надо прийти 26 мая в Ленинский мемориал на открытие 10-го международного кинофестиваля. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.